Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Smart Watch. Сейчас звук у меня на видосе не получился, поэтому звук накладываю сверху, ну, ничего, думаю, страшного. Самое главное, что я решил осуществить давнишний свой тест, а именно проверить, на каком расстоянии часы держат соединение со смартфоном, а именно, в моем случае это Galaxy S24 Ultra Samsung, да, и, естественно, часики у меня Galaxy Watch 6 Classic 47 мм. Вышел я на открытую местность и решил это дело проверить вместе со своим сыном Давидом. Рванул я, значит, и первая остановочка, которая у меня получилась, это 100 шагов. Значит, сейчас я вам продемонстрирую о том, что часы у меня показывают соединение с Bluetooth. Естественно, у них же сделано так, что разрыв соединения Bluetooth приводит к вибрации. Это все дело у меня стоит. Ну вот, 100 шагов, и далее я рванул. Теперь я дошел до отметочки 200 шагов. Значит, я вам показываю, где у меня там Давид, где-то вдалеке. Видите, 200 шагов, ребят. Ну, значит, все, продолжаем дальше. И последний старт мой, вернее, оконцовочка, это 300 шагов. Вот ровно 300 я сказал, и у меня дзыньк, вибрация о том, что соединение прервалось. По итогу, 8 сантиметров шаг у меня, я проверил, 8 умножаем на 300, получается 24 тысячи сантиметров. Это 240 метров на открытой местности. Часы держат связь. Вот так вот. Подписывайтесь, не стесняйтесь. Пока!